Очень тяжелый уровень, ребята. Ржавый риф. Ну, попробуем сейчас еще раз поехать. Главное здесь не спешить. Ну, спешить не будем. Даже можно притормаживать чуть-чуть. Чуть-чуть притормаживать. Опа! Тихо-тихо-тихо. Да ты что-то несешься? Куда ты так несешься быстро, а? Смотри, я даже не нажимаю на скорость. Он сам мчится очень быстро. Так, смотри, пузырь у нас лопнул. О, давай, поднимаемся. Кстати, лопается пузырь, но ничего не делается с чуваками. Они вроде бы как не умирают. Ну, вроде бы можно проехать. Так, а здесь надо подняться вот туда попробовать. Опа, хорошо. Получилось. Нет, почему? Почему ты разбился? Ладно, давай еще раз попробуем. Давайте выберем другую машинку. Нашу вот эту первую. Поедем на ней. Очень сложный риф. Еще кучу денег я за нее заплатил. 35 тысяч монет. Ладно. Так как я ни разу здесь не ездил. Ага, вот смотри, видишь, разбился. Очень легко здесь разбиваться в этом рифе. Очень легко. Ну, давай попробуем. Попробуем еще раз, только медленнее все. Будем медленно ехать. Очень аккуратно надо. Да ё-моё, ты чего переворачиваешься? Либо у меня машинка такая, еще пока не прокачанная. Вон, видишь, что творится? Тихо, давай. Давай назад и вперед. Ой, сложный, сложный уровень, конечно. Ну, попробуем проехать. Хоть немножко. Так, пузырь лопнул у нас. Ну, опа. Ой, давай. Ага, машинки не хватает, смотри, энергии даже подняться. Прокачивать надо машинку нашу. Смотри, мы просто едем вниз. Давай. Ага, не хватает наша мощность двигателя. Да, здесь мы на этой машинке ничего не сможем сделать. Либо можно что-нибудь... подожди. Детали какие-нибудь добавить. Так, это убрать. Возьмем вот этот. И это что у нас? Ускоритель приземления тоже не надо. Давай ракетку возьмем. Попробуем с ракеткой. Все, поехали. Так, а как активировать ракету, я не знаю. Как она активируется? Ракета эта. О, нифига тут скорости огромные. Давай, поднимайся. Алло, все? Подниматься ты не хочешь, что ли? Опа, пузырики. Пузырики. Ё-моё, фигня какая-то. Да. Давайте возьмем тогда автобус. Автобусом попробуем. Либо на мотоцикле попробуем. Ну, на мотоцикле, конечно, навряд ли что-то получится. На скутере. Поехали на скутере. Попробуем. Немножечко сейчас посмотрим. Как на скутере будем здесь ехать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратненько надо ехать. Ой, тоже опять, смотри, идет ускорение. О-о-о! Ё-моё. Так, главное, головой не стукнуться. Так, вроде, здесь вроде бы проехали. А, так-то неплохо едем еще, ребята. Давай на скутере. Тихо, аккуратно. А здесь я не знаю как, смотри. Все, не хватает мощности скутера нашего. Ёлки-палки, все, разбились, да. Скутер здесь вообще никак не едет. Более-менее, ребята, едет это у нас автобус. И то не всегда. Ну, сейчас проверим. Главное здесь не спешить, чтобы не стукнуться. Не стукнуть наш автобус. Ой-ой-ой, видишь, разгоняется как быстро. Опа, перевернулись. Видишь, что творится? Все. Это из-за повышенной скорости. Слишком быстро мы ехали. Надо не так быстро. Не надо спешить. Не будем спешить. Аккуратненько. Даже можно чуть-чуть притормаживать. Двигатель у нас мощный. О, слетело все-таки.
Все-таки я стукнул свой автобус, к сожалению. Да, риф этот очень опасный. Ну что ж, ладно. Едем дальше. Сколько сможем проехать, столько проедем. Так, хорошо, хорошо. Так, у нас чувак улетел. Так, здесь нужно ускориться немножко. Опа! Так, опа, тихо-тихо-тихо-тихо, давай снизу-снизу поедем. Да ё-моё, не падай только. Всё. Приехали, называется, да. Автобус тоже очень сложный. Очень сложно ездить на этом автобусе. Но мы всё-таки будем стараться проехать. Не спеша, главное не спешить. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Опа. Стукнулся. Стукнулся, но не критично. Ай-яй-яй-яй-яй. Врезались прям вообще, капец, разбились. Да ёлки-палки, как так, а? Еще раз пробуем. Давайте еще раз. Не спеша будем ехать. Бензина у нас много, времени много. О, тихо-тихо-тихо-тихо. О, здесь сложно очень. Так, вроде бы у нас автобус целый. Вроде бы как целый. Ну давай, мне нужно хотя бы доехать. Так, пузырик у нас лопнул. Едем дальше. Хватает у нас энергии. Так, а здесь у нас будет спуск резкий. Опа, 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 проехали. Хорошо. Здесь ускоримся. И здесь нужно... Опа, хорошо, отлично, отлично. Где-то здесь будут сложности. А, нифига себе. Мы по этой деревяшке даже проехали. Так, заработали немножко монеток. О, а здесь как? Ну, все нормально пока. Какой-то булыжник стоит, камень. Опа, хорошо, едем, едем, едем. Главное, головой нигде не стукнуться. Да, вот эта карта, а. О, еще 1000 монет мы заработали. Немножко будем отыгрываться, отыгрываться. Не знаю. Но бензина очень много. Как бы здесь... Не стоит переживать то, что у тебя бензин закончится. Так, а это что за лодочка такая? Кораблик. Тяжело очень на него было карабкаться. Ох, нам нужно сюда как-то попасть. Да ну нафиг. Это что такое вообще? Как мы сюда заберемся-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Это надо было, ребята, сразу как-то сюда запрыгивать. Давайте сейчас на скутере попробуем забрать сундучок. Здесь сундучок нарисован. 500 метров у нас будет сундук. Такое ежедневное задание, видимо. Опа, хорошо приземлились, едем дальше. Где-то у нас здесь сундучок будет лежать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Чувак. Сел уже, смотри, как сидит на одном колене. Ну, вроде бы как это не мешает ему ехать. Но все равно опасно, опасно. Давай. Ё-моё, началось падение. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, давай заново. Мне нужно забрать этот сундук. И нормально, сиди на скутере, пожалуйста, своем, вонючка. Не надо с него слетать. Опа, так, все, нормально, хорошо, едем. Аккуратненько. Не спешим. Приземляемся, опа. Нормально, нормально, все, едем, хорошо. Сколько там, 200 метров осталось, ну? Я надеюсь, доедем. Не спешить. Это ключевое. Важное. Условия. Оп! Тихо!
Все, хорошо. Вон, девочка, видишь, как едет ровненько, аккуратненько. Так, а что мы там забрали уже, да? Сундук. Да, сундучок мы забрали. Сейчас едем за вторым сундуком. 300 метров у нас. Скоро будет сундук. Бензинчик не взяли. Ну ладно. У нас еще этого бензина куча. Все, не спеша, аккуратненько. Здесь нужно поспешить. Оп-оп-оп-оп. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой, хорошо-хорошо. Едем. Так, это у нас уже здесь, получается, рекорды мы бьем. Хорошо. Оп-опля. Так, вот, и второй сундук, ребята, мы два сундука забрали. А вот еще и третий, смотри, сундук. Еще 460 метров, третий сундук. Да, не знаю, возьму ли я третий сундучок. Мне два сундука дались очень даже нелегко. Здесь, кстати, я один уже еду. Никого нету. О, бонус за расстояние 150 монет. Спасибо. Ну, а мы продолжаем аккуратненько ехать. Опа, тихо. Есть. Так, смотри, здесь уже чуваки лежат. Разбились. О, нет, нет, пожалуйста, вонючка. Вонючий случай. Разбились. Так, что у нас на сундуке? 1800 монет. Офигеть, круто. Так, а у нас еще же там сундук был.